Друзья, всем здравствуйте! Меня зовут Тимошенко Тамара. Я хочу рассказать вам о замечательных продуктах компании PM International Омега-3 и Q10. Омега-3 – это тот же самый рыбий жир, который в детстве давали нам родители. Пить было его неприятно, очень неприятно, но полезно. Теперь же научный совет нашей компании – разработал уникальную технологию, которая позволяет омеги-3 и Q10 хорошо растворяться в воде и тем самым быстро попадать в клеточки нашего организма. И я хочу вам это показать на примере. Итак, вот наш стаканчик Fitline с водичкой. Q10. Так, вот мы уже видим, да? Да, прямо видно как бы. Теперь омега-3. Итак, я беру ложечку и пробую размешать. Вот если посмотреть поближе, то получается, что у нас нет никаких капелек жира. И если вот так вот поднести к экрану, то же самое. А теперь я хочу другой показать эксперимент. Посмотрите, тоже стаканчик с водой. Дальше я беру аромамасло пачули. Это фирмы Vivasan, Швейцария. И я пробую капать. Так. Теперь тоже попробую размешать. Теперь посмотрите внимательно. Вот если вот так вот видно, то наверху плавают такие вот капельки жира. Вот. И здесь вот тоже. То есть мы видим отличие жирорастворимых кислот омега-3 и Q10, еще есть и лютеин, от просто обыкновенных жиров и масел. Друзья, помните, что омегу-3 надо уже употреблять с момента рождения. А Q10 – 40 лет. Почему? Омега-3 укрепляет, укрепляет сердце, сосуды. А Q10 – это витамин молодости и красоты. Желаю вам бодрого настроения на весь день и счастья.